хлебом единым. Лаваш и лепешка вполне могут заменить традиционную буханку. Плюс из восточного мучного изделия можно приготовить сытную закуску. В тонкие слои можно завернуть практически все, что есть в холодильнике. А если хочется приготовить необычные рулетики, возьмем тортилью. Она основа для многих блюд: кесадилли, буррито, такос и прочих мексиканских вкусностей. Нам тоже никто не запретит приготовить несложную закуску. Мексиканская лепешка делится пополам и заворачивается в воронку. Все, дальше она подсушивается и в конце уже накладывается готовая начинка. Лепешку, конечно, заранее засушить и, естественно, перед подачей сразу туда накладывать начинку, потому что через некоторое время она начинает впитывать в себя влагу и встает мягкой. Накладывать внутрь подсушенных лепешек можно смесь из мяса и овощей. Нарезаем все ингредиенты и тушим. Приправить можно соевым соусом или острым чили. К рыбной основе подойдет нежный сливочный. Главное предупредить гостей, чтобы съедали все побыстрее, пока блюдо не потеряло презентабельный вид. Традиционно лаваши выпекали в тандыре, теперь чаще на сковородках. А вот узбекские лепешки до сих пор развлекаются исключительно из печи в форме бочки. Тесто для национального хлеба готовят с ювелирной точностью. Мастера говорят, чуть ошибешься с солью, снять лепешку со стенки тандыра будет трудно. Среднюю печь раскаляют не меньше 2 часов. Лепешки обмазывают маслом с кунжутом только сверху и на несколько минут помещают на стенку тандыра. Благодаря приготовлению в печи узбекский хлеб очень ароматный и пышный. Его еще называют тарелкой для плова. Еще одна популярная национальная лепешка – пита. Круглый пресный хлеб особенный тем, что в процессе приготовления внутри образуется что-то типа кармашка. В Израиле его наполняют хумусом или фалафелем. Но можно не придерживаться национальных рецептов и поместить в питу овощной салат, сыр, мясо и вообще что угодно, хоть шоколадную пасту. Так всевозможные лепешки и тонкий лаваш может из простого хлеба превратиться в холст для любых кулинарных фантазий.